Ткаченко Софья, 13 лет. Михаил Юрьевич Лермонтов. И скучно, и грустно. Для конкурса дети читают стихи. Михаил Юрьевич Лермонтов. И скучно, и грустно. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной несгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать. Любить, ну кого же, на время не стоит труда. А вечно любить невозможно. В себя не заглянешь, там прошлого нет и следа. И радость, и муки, и все там ничтожно, что страсти. Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка.